Воспитанников приюта и детского дома в Севастополе поздравили с Днем защиты детей. Представители партии «Единая Россия» и активисты «Молодой гвардии» подготовили для ребят занимательные подарки. Их приобрели по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя по совместительству секретаря регионального отделения партии Михаила Развожаева. Активисты поздравили воспитанников Центра содействия семейному воспитанию «Наш дом» и социального приюта для детей и подростков. По просьбе руководства социальных учреждений были закуплены наборы настольных игр, а также две гитары для детей, которые мечтают освоить музыкальные инструменты. К нам поступали заявки, мы знаем, что дети очень хотели научиться играть на гитаре. Тем самым мы в сегодняшний день решили выполнить их просьбу, пожелание и презентовать две гитары новенькие. Нам за это дети подарили вот такие вот замечательные, нарисовали фотокарточки, скажем так. Вот. Мы их обязательно для них приобретем рамочки, повесим их у себя в штабе. В Севастопольском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наш дом», сейчас воспитываются 20 мальчишек и девчонок. Более десятка ребят-подростки, которым исполнилось 16 лет. Мы счастливы тем, что нам удалось в этом году закончить 9 класс. Ребята получат аттестаты, и мы сейчас собираем документы на поступление в колледжи нашего города. Сегодняшний день у нас очень насыщен. Мы благодарны тем, кто приезжает к нам и поздравляет нас с этим замечательным праздником, Днем защиты детей. Первое поздравление мы получили от нашего губернатора Михаила Развожаева. Огромное спасибо за настольные игры, за внимание, за те подарки, которые нам сделали.